Константин, добрый день. Был на, когда на школу директоров проходит, узнал, что у нас вы в Бразилии открываете, да? Да. Поэтому, уверен, многим будет интересно вообще, как решились, почему. В двух словах, может быть. Вообще с этажами я сам инвестор, то есть я очень давно знаком. Мы более 14 лет работаем с этажами в Екатеринбурге. Наташа, привет, это мой риэлтор. Вот, и переехали в Бразилию на ПМЖ уже, получается, года три назад. Три года назад, да, переехали? Три года назад, да. А до этого были в Бразилии? До этого, вообще общий стаж у меня 12 лет, то есть в Бразилии, наездами, то есть приезжали, уезжали, решили три года назад, решили совсем все. То есть, Россия, она же такая, то есть она не оставляет. То есть, конечно. Да. Поэтому думали, то есть чем-то заниматься, и я думаю, так вот же оно, я же этим уже занимаюсь, почему бы мне это не развить? И почему бы не развить там, попробую, то есть те же принципы, тот же уровень, там этого не хватает. Вот, поэтому... Слушайте, а как у вас с языком португальским? Мне хватает. Если на английский, у вас intermediate, upper intermediate? Нет, у меня и английский, и португальский на хорошем уровне разговорный. Пишу, да, то есть говорю. То есть у нас такой полиглот настоящий, да, португальский, английский, русский. Да. Так, хорошо. Чем там рынок Флорианапольса отличается от, может быть, российского, да, там, условно, Екатеринбурга? Чем отличается? У нас очень сильно развито туристическое направление. Грубо говоря, это как Сочи, можно так себе представить. И мы близко находимся с границами соседних стран, то есть это Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили. Очень много иностранцев. То есть в этом направлении, я думаю, мы и будем выстраивать стратегию, работать с инвесторами за пределами. Так, немножко про риэлторский бизнес. Там, говорят, лицензируемый, правильно, в Бразилии? Да, лицензируемый. В чем особенности, можно так, кроме того, что лицензируемый? 2-3 главных особенности. Сейчас я соображу, мы не будем. Я никогда не вырезаю ничего, как есть. В чем особенности? Это то, что очень мало таких больших, крупных компаний, я про риэлторские говорю сейчас, то есть очень такое кустовое производство, то есть это когда семейный бизнес. Все, Россия 10 лет назад. Да. Дальше ничего висеть не надо. Так, хорошо. Сейчас первые шаги, что будете делать? Офис, скорее всего, где-то там уже офис на подходе. Мы начали смотреть, да, уже. То есть примерно наметки есть. Я когда ехал сюда, то есть у меня была одна картинка в голове. То есть хотел сказать спасибо команде франчайзинга, которая помогла попасть на эти курсы, и сейчас у меня совсем другое понимание, и я понимаю, что так, как я думал, работать совсем не будет, работать будет совсем по-другому, и в этом плане, то есть нам надо сейчас пересмотреть снова стратегию. Мы к чему приходим? Что желание есть, правильно? Возможности явно есть, город хороший, то есть, в принципе, все есть, все гарантированно должно получиться. Так, и что-нибудь нам по-бразильски, пожалуйста, по-португальски. Senhores, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito. O time, todo que eu vi aqui, 100% é verdade. O nível do atendimento é superior. Eu não tenho palavras para explicar como a gente se sente aqui. Parabéns para todos que vão participar na nossa equipe e muito obrigado. Спасибо большое. Кстати, я знаешь, понял, надо было тебя по-бразильски интервью брать. Да. Мне кажется, лучше получается. Так, хорошо. Удачи. Кстати, на карте, я так понимаю, пойдем посмотрим. А куда мы теперь будем Бразилию-то прикреплять? Я сразу зашел, я девчонкам сразу сказал, говорю, не хватает одного континента точно. Да. То есть, поэтому надо сюда. Надо нам исправляться, что могу сказать. Все, всем привет большое.